Ходатайство следствия необоснованным, незаконным. Мы, конечно же, просили Ольгу освободить, так как нет самого состава преступления, мы не признаем вину в полном объеме. Просим ходатайство, просили отказать следствию в удовлетворении. Ну, мы, конечно, все понимаем, что какое решение будет, поэтому продолжаем дальше бороться. Смотрел в закрытом своем состоянии ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражу в отношении Комлевой Ольги Юрьевны, 2 января 79 года рождения, уроженки города Усмань Липецкой области, гражданки Российской Федерации, состоящие в браке, имеющие наждение несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения, ранее не судимое, обвиняемое в совершении преступления, предусмотрено частью 2 статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Комлевой Ольги Юрьевны на 2 месяца 7 суток, до 4 месяца 7 суток, до 3 августа 2024 года. Собаку потеряли, что? Собаку.